малыш. Сын призрака. Такой большой лестницы. Ой, какой умничка, колобок. И говорит что-то. Хорошо, молодец. Ты какой умничка. Хорошо. Полтора месяца в ошейничке. Давай, езжай. Уже команду лежать знает? Да, хорошо. Сиди. Это от призрака, сынок. Зевс. Хорошо. Хорошо. Полтора месяца. Город пойдем. Одесса. Пойдем. Уже дрессируется. Скажи, тетку да, увидел. Тетку увидел. Лапку дает. Ух ты какой. А острые зубы. У уже просто на ура. Из любой точки. Острые такие зубки острые. О, уже откормили. Уже откормили. Помыли, откормили. Да. Чудесное животное. Чудесное. Ну что, где наша команда ко мне? Учим. Учим команду Зевс, ко мне. Зевс, ко мне. Зевс, ко мне? Хорошо. Ой, чудо какое. Молодец. Зевс ко мне? Хорошо. Зевс пришел. Хорошо. Потому что Зевс это немецкая овчарка. Ко мне. Настоящая немецкая хорошо. Овчарка. Хоть и маленький, полтора месяца. Ко мне. Ко мне. Давай. Побежал. Молодец. Хорошо. Зевс побежал. Хорошо. А, умничка какой. А хваточку еще не пробовали развивать? Нет еще. А папа не тронет меня и его, если выпустит? Нет, конечно, я сейчас выпущу. Давайте сейчас посмотрим призрака, папу этого красавца. Этого красавца, этого красавца. А где призрак? Где там призрак? Призрак! И папа, папа и сын. Папа и сын! Узнал папку. Папку любят. Все дети его любят. Призрак палочку свою взял. Красавчик. И побежал. Эй. Малый, малый, пошли, пошли, малый, пошли. О, уже хватка. Вот. Держи, держи. Вот полтора месяца держи. Уже хватка. Рабочая собака. Держи, хорошо. Папа чемпион Украины по работе. Молодец. Какая у него важный. Дисциплина? Дважды чемпион Украины. Хорошо. Вика, как называется дисциплина? Как у него? Украинский ринг и собака, обеспечивающая общественную безопасность. Умничка. А папу, если пригласить рядышком, он уже знает команды? Чтоб сел, продемонстрировал им красоту свою. Вот, рядом. И его папа призрак. Хорошо, молодец. Молодец. А малыш просто хочет игрушку забрать. Хорошо. Он маленький, ему надо играться. Хорошо. Хорошо. Очень солидный. Очень красавчик. Солидный призрак. Гуляй. Гуляй. А маленький упал и побежал за папа сразу же. Собака, щенок продается. Щенку сейчас полтора месяца. Город Одесса. Вот такое чудо. Продается. В продаже. Пушистый будет. Будет такой, как папа. Есть, аккуратно. Аккуратно. Чуть не наступил на ребенка. Папа. Папа чуть не наступил на ребенка. Папа такой сам, как ребенок, еще поиграться. Папа а у нас вечный ребенок. Детеныш. Призрак хороший папа. Детей своих не трогает, принимает их, любит их. Вот, сразу же взял рюкзак. Рюкзак взял. Отдай, 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 отдай. О, забрал добычу у меня. Хватка такая. Кутенок, кутенок. Хватка будет хорошая, потому что хорошая. Мы ему отдали джинсовую штанину. И он ее так подтрепливает. Да я смотрю, что кусается так и хочет за руку укусить. Ну я ему запрещаю. Да. Я ему не разрешаю за ноги, за руки кусать. Ну конечно. Только с игрушкой. Только с игрушкой. У него полный дом игрушек. А эта игрушка? Ой, какая игрушка. Оранжевый шар это что-то. Это что-то. Главное, чтобы папа не забрал. Оранжевый шар. Очень интересно. Очень интересно. Папу забрать. Побежал. Щенок в городе Одессе. Полтора месяца. Сегодня у нас 23 августа 2022 год. Щенок в продаже.
не торопясь ищем очень добросовестные, ответственные руки. Не торопясь. Собака может как участвовать в выставках, так же и участвовать в соревнованиях, используется в дрессировке. Очень активный, смелый, очень обучаемый, очень. Смелый, обучаемый щенок. Он хвост схватил папа. Хвост пожевать, это самое милое дело. Это как жвачка, хвост. И еще просто. За эти дни, пока он у нас, очень хорошие отношения у нас кошки. А, контактные с кошками не трогай, да? Вообще просто. Чудесно. Чудесно. И улыбается. Бегает и улыбается вовсю.